Здравствуйте. Очень часто у людей возникает вопрос, как сделать заставку для своего ролика на канале YouTube. Сейчас мы воспользуемся такой интересной программой, которая называется Blue Titler, если я правильно прочитала по-английски. И вы видите, как очень быстро можно делать красивую заставку для своего ролика на канале YouTube. Здесь можно самим делать заставки или же воспользоваться шаблоном. Мы пойдем по короткому пути и воспользуемся шаблоном. Открываем, смотрим, какие шаблоны есть. Ну, допустим, первый шаблон откроем, посмотрим, устроит у нас или нет. Вот такая вот заставочка, так все выглядит, светится. Давайте посмотрим еще какую-нибудь заставочку. Ну, допустим, девятый шаблон. Такой вот шаблончик. Он более интересный. Ну, предположим, что мне этот шаблон понравился. Мне сейчас нужно что сделать? Заменить вот эти надписи, поставить свои надписи. Делать это очень просто. Открываем слои и заменяем текст, который здесь есть, на тот, который нам нужен. Ну, допустим, вот это мы можем вообще убрать. Этот слой нам, допустим, не нужен, да? Так, теперь посмотрим дальше текст. Вот этот вот текст нам нужно будет убрать. Мы его напишем «Здоровье». 19. «Здоровье». 19. Мы тут подпишем «Здоровье». Текст 19 слой. Вот этот вот текст мы уберем. Тут можно поставить сайт ваш. И нам осталось заменить вот этот вот текст. Красота. Подпишем. Красота. Замечательно. Теперь наша задача поменять шрифты. Возьмем шрифт. Вот этот вот. Так, да. И следующий шрифт. Сейчас, секундочку. Сюда открываем, где у нас был слой здоровья. Открываем шрифты. Ставим Arial, который поддерживает наш руки и лицо. Ну, примерно там. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот мы сделали такую заставочку для нашего ролика. Все очень просто. В течение нескольких минут заставка очень интересная, сверкающая. У нас готова. Так что спасибо всем за внимание. Если вам понравился ролик, ставьте лайки. Нажимайте на кнопку. Подписывайтесь на канал.